привет! Мы продолжаем проходить... Блин, что мы можем проходить еще дальше? Hearts of Iron! Hearts of Iron, это, походу, еще нам еще играть с него и играть... наверное, частей 40 будет, не 35 даже, как я думал. Может быть, и больше, хрен узнает. Ну, я ожидал, что когда-нибудь будет какая-нибудь игра, которая может уйти пиздец на сколько частей. Я даже когда-то пост там писал, когда больше 60 частей, то там уже от 4 часов будет серия идти. Вот. Это так и просто. К слову, но такое я не думаю и не представляю даже, какая что-то за игра должна быть, чтобы столько в нее нужно было играть. Ладно. Если только за все страны тут пройти, то она, наверное, выйдет столько. Но я так не буду делать. Вот. Дебош. Окей. Продолжаем проходить. В прошлый раз мы что там просто качались, по-моему, и отдали Испанию и просрали ветеранов. Мы не отдали Испанию, потому что эти, блин, до сих пор держатся. Я не понимаю, у них тут три ячейки, они держатся. Фу-фу-фу. Ладно. Нифига, смотрите, как встало. Видите? Вот здесь вот, видите? Как будто эта дивизия прикреплена сюда. Прям по размеру подходит. Интересно, совпало. Просто заметил. Так, сейчас мне надо вспомнить, что происходило. Что я делал, что качал. Где он без... Это, видимо, вот эта штука, да, играет роль. Мне нужно как-то убить Троцкого. Я видел комментарий по поводу отправки какого-то чувака в Мексику. Но в прошлый раз я играл, было все окей. У меня все три заняты они, да? А это что будет? Ладно, давай купим. Так нихера! А нафиг ты это сделал? Ноу! Блин, черт! Ну черт, ну как так? Так, мне еще там писали то, что нужно прокачать рацию. То есть вот это, портативная рация. Мы, получается, тогда нужно будет в следующем что сделать. Я там не знаю, что качать. После 35 дней, в принципе, так много. Мы прокачаем рацию и пойдем в агентство, прокачаем отдел по рации, или как это называется. Вот. Что тут дальше делать еще? Ждем вот это. А восточное развитие мы тут включили, чтобы у нас фабрики появились где-то непонятно где, да? Ага. Так, и что там еще дальше? Просто сразу посмотрю, потому что я хоть вчера играл, но там, блин, 2 часа с лишним. И все равно что-то забывается. Вот это какую хер не появляется ничего? Бля! Я не прочитал. Типа, прошлый раз было, короче, что? Когда до DLC я купил, тут было написано «Открывает решение». Я их такой, что-то оно прокачалось, а решения нету. А значит, мне нужно Романа Мерсаддера вот это отправить куда-то. Так получается? Ух ты. Гимнстер. Так, получается, мне где-то здесь должно быть операция. Или мне сначала отправить на кого-то туда, да? Ага, окей. А как мне еще одну зарезервировать? Наверное, где-то еще есть, знаете где? Вот здесь вот, наверное, где-то есть по поводу еще одного чела. Но уж качать-то, по идее, нет времени. Вот это надо прокачать еще точно, вот это. Чтобы удалось еще одна ячейка развития. Одну стройплощадку. Ну это такое себе. Это что такое? Я не знаю слова.
Это я знаю, да, но не буду петь. Не хочу. Так, 70. А и больше нельзя четырех ячеек, да, иметь? Больше четырех нельзя, да, наверное. Ну окей, там мы прокачиваем потом вот это. Переходим на военную экономику скоро. Ну, мы, получается, прокачали все почти то, что нужно. Я вот это еще взял, 70 дней целых. А это что такое? Так, мне нужно еще, знаете, что убрать? Стабильность нужна. Вот это прокачать надо будет. Я сюда херакну. 35 дней в следующем. Или даже сейчас. У меня 52%. Тут, конечно, даст нехило так. Потом сюда пойдем. В принципе, мне здесь осталось... Ну ладно, не раз. Тут много еще качать. Ну, в принципе, нормально. Просто у меня что-то фабрик не так много хотелось бы. Сколько мне там фабрик? 82. Ничего. Вот, ладно, включаем, погнали. В принципе, я более-менее понял, что делать. Блин, ну, короче, надо читать теперь опять заново все эти фокусы, потому что, оказывается, что такое? Что такое? Что случилось? Закончилось, да? Нет, не закончилось. Да ладно. Да ладно. Ух ты, нихрена, что так много-то всего. 70. 30 решений. То есть, а где такое? Еще человечек появился? Нет. А что тебе надо-то? Ладно, давайте попробуем завербовать где-нибудь. Мне говорили еще в Румынии надо, но я хочу сделать в Мексике. Чтоб Троцкого херахнуть. А тут нельзя, да? Ладно. Ну давайте тогда королевство Румынии, потому что с нами они будут воевать прям близко. Остальные такое себе, поэтому давайте сюда. Да? А тут калинка-малинка есть? Походу, что-то плохое все-таки. Ладно. Ладно. Я проглядел это. Так, 100% в Италии. Что там есть вообще? Захватить шифр. Внедрение в армию. Внедрение в флот. У нас что-то не серые кнопки, видимо, нельзя, что ли. У нас вот это идет 7 августа 38 года. Июнь, июль. А, ну скоро завершится. Так, еще бы я здесь что-то прокачал, чтобы... Что? Логистика где? Где логика? Средний танк у нас. 732 штуки не хватает. Но я их только начал производить. Причем довольно там мощненькие они вроде бы. Я их там прокачивал что-то. Мне просто интересно, что там вообще. А, ну да, я его херакнул знатно.
скорость только маленькая. Я бы там добавил, хотя бы 14 было. Ну да ладно. Мне кажется, неплохо. Здесь что, у меня дивизия? А, у меня есть вообще дивизия сейчас? Да, они качаются. Пускай качаются. Уже нормально. Так мы скоро будем переходить как раз на экономику другую, и будет норм. Нормик будет. Как мне агентов расширить? Мне нужен еще один хотя бы. Ого, а что так быстро? А, 35 дней? Ясно. Я что-то вообще сегодня читал комментарии где-то часа 3, что-то ничего не помню. Но что-то запомнил в плане... Что делать? Ну, писали ли... Когда это или сегодня, когда это писали, вот это я не помню. Конечно. Смирно! Так, они прокачались, кстати, ребятки. Я готов. Это же третий уровень, да? Бля. Давай-то вот так вот сделаем. Вот так. Ура! Еще доводы. Добыча ресурсов. А, не сохраняйся. Так, окей, что мы там можем сделать теперь? Мы хотели что выбрать, получается? Нам нужно политику прокачать, поэтому я, наверное, сюда ткну. Это же оно? Стабильность? Да. 10%. Давай вот это сделаем. 30 дней всего. В принципе, быстро. Здесь мы сможем прокачать что-то. При том, что у нас все равно год такой еще далекий. Мы можем отклонить немножечко еще это действие. Доработка снаряжения. Скорость доработки. Я бы, наверное, так бы сделал бы тоже. А, мы радио должны прокачать, чтобы там смогли исследовать. Запомнил я. Погнали дальше. Да, музыки много классно. Она как раз такая особенная, но нормально. Оп, дивизии. Так, ты. Две, да? Ага, тебе кину. Текс. И пошел на обучение. Единственное, что я был. Бля. А, ну 6 штук я могу выделить, да? Так точно! В смысле, 6 обучаются. Нет же. А, и не то тыкнул, бля. Тихо. Спокойно. Выходим! Так, а вас обучать как раз. Вот. Я не то тыкнул. Бывает. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Что такое? Выполнено. Это в Германии было, да? Отличная перспектива. Отряд без проблем проник в страну и эффективно избавился от хвоста. Приостановлен контроль за противника, наш агент связался с несколькими офицерами, которые больше не поддерживают текущий германский режим. После нескольких напряженных дней игры в прятки с местным патрулем наш отряд смог организовать эвакуацию и внезапно покинуть район действий. Так, окей, получается, это выполнилось. Давайте еще тогда у нас сейчас ребятки. Блин, они, кстати, это не подходят для Мексики, да? Давайте я все-таки отправлю на Мексику, наверное. Могу же это отправить его? Или где это вообще смотреть? Погодите, дайте-ка я гляну вот тут вот. Открывает операцию по убийству Троцкого. Роман Меркадер становится агентом. Политбюро изменится на одну ячейку для агентов. Я это не туда, не того чувака, да, получается, сделал. Я не хочу никого отсюда выкидывать. Бля. Какие у тебя там... А, так вот он. Ну все, отправляем в Мексику. Ой, это Китай.
Так, пускай делать, мы потом сейчас операцию сделаем, да, по нему? Все, это я разобрался. Не кричать на меня. Все хорошо, ничего, и все нормально. Все норм. Я бы агентов штук 5, было бы удобно. Так, от тебя давай мы отправим, получается, куда? В Германию опять, наверное? А ты что, нельзя, что ли? В смысле? Разведсетку, это что такое? Сейчас мы уберем Троцка. Да чудеса, да и только. Как долго они держали Мадрид, это обалдеть. Они упорные ребята. Тут похвала только. Так, это ранний... А, нет, не ранний, 39-й, что ли? В смысле, а почему? 39-й же год. Это мне говорили, что это для кораблей. Вроде бы, по таймингу. Дня. Здесь вообще стоит что-то моторизированная пехота. Значит, это стоит качать. Мне бы спец вот сюда прокачать. Там сейчас еще откроется, скоро у нас веточка одна. Ну это опережает. В принципе, это вообще уже, наверное. Строительство можно было прокачать. Это сколько? 183, полгода почти. У нас ветка откроется. Ну, давай строительство быстрее строится будет. Третье это хорошо. В принципе, 183 дня не так долго. Оно не так сильно опережает. Я бы сейчас самолеты там изменить. Это что такое? А, это корабли. Так, неважно. О, зенитка, 112 дней. Ой, какая зенитка это. Ну, короче, понял. Десяти и выше. На 14 если смогу поставить. А сколько у Германии? В тот момент. У меня, в принципе, еще время до этого есть. Ладно, я вот это прокачаю, чтобы потом быстро сюда можно было тыкнуть. Плюс 5%, видите, можно еще сделать. Спецназначение такое. Спецназначение. Это акклиматизация, что ли? Вот это же вроде спецназначение. Время подготовки... А, ну, в принципе, да, наверное. Сюда я сделаю. Блин, хотя, наверное, строительство сначала надо бы. До конца надо улучшать. Ладно, я сюда тыкну. Ой, вот сюда. Блин, чуть не то еще бы. Все, пошел. 54 дня еще осталось. Ну, я разобрался с агентами, окей, все. Круто. Это у меня что за... Я захватил столько? Или что это? Печаль, конечно, что я потерял там. Ну ладно, я отошел от этого. 25 алюминиевых в Каминске. Что у нас по строительству? Ага.
готов! Да в смысле? Сейчас мы его убьем, погоди. Это будет хорошо. Я уже направил человечка туда. Так. Алюминиевый. Это где вообще? А нам нужно что-нибудь вообще из этого? Где это ресурсы-то у нас? О. Но алюминий у меня и так до хрена. Мне бы шины. Хром бы у нас покупал кто-нибудь? Так, ну давайте там, получается, мы что сделаем? Алюминий, алюминий. Железо. А толку? Мы покупать будет больше, что ли? Так, еще фабрика построилась. Германский патент из Чехословакии. Тут почти завод достроил. О, 4 опять стало. Фабрик что-то дал до хрена. А, я вот это, наверное, повысил, да? Заводское производство. Так, там 62%, я бы еще... Хотя, давайте сначала прокачаю вот эту штуку. Там сколько она длится? На 70 дней. Ну, это нужно, нужно это. Чтобы еще одна ячейка для исследования была, это полезненько, полезненько очень. Так, точно! Там Венгрия присоединяется, походу, что-то. German Führer там было сказано что-то. А мне надо шифровать надо еще Мексику, да? Сейчас не закончится что-то. Ладно. Так, мне танки вроде бы можно, да, делать помощнее теперь. Ой, это не то. Это в строении вот эту вот. Да, блядь. Так. А, еще нельзя. Видимо, он еще не прокачался, да? Ну, ладно. Это нормальные показатели же? 15-15. Я бы пушку еще херакнул какую-нибудь хорошую. Но я не понимаю, тяжелая. Она крестиком отмечается. Видимо, вот эту штуку не прокачать, да? Непонятно. Блин, вроде до хрена этого заводов отправил, они плохо строят. Тут 5000 грузовиков у меня есть, давай сюда еще перекину. Винтовок. Что? А, 26 тысяч. Я думаю, что какого хера мне не хватает. Видимо, баг какой-то был. Так, а легкий танк что? На один давай поставлю. А, там необходимо для модернизации 1500. Ну, давай, ладно, оставлю. Два. Сколько у меня
фабрики 87. То есть сейчас они прям капец быстро должны строить все это. И, наверное, еще нужно улучшение нефти сделать какое-то. Производится в регионе плюс две шины. А, вот этот может прокачать тоже. Он быстро типа дает это или нет? Это можно построить, в принципе. А уже октябрь, кстати. Я не хочу в Италии пока ничего делать. Мне нужно в Германии сначала. И Мексике. Что тут у нас 29%? Это что такое задание как-то раз? Во! 270 дней. И отправляем тебя. Все, мы сейчас это сделаем. Начать по готовности, так получается. Идет выполнение, все. 270 дней, блин, долго, конечно. Все, пускай делает. Мне бы еще шинчики. Что такое? Ладно, как бы хорошо. Окей. Так, что мы там хотели прокачать? ППШ рановато, хотя нет, там не рановато. Ну, есть еще что-то. Строительство качается. Я бы шины улучшил, вот эти как раз, плюс одна, но, видите, пока нельзя. 50%. Ну, попозже, наверное, тоже сделаю, пока у нас избыток его. Это потом, когда все самолеты запустятся, возможно, начнет тратиться. Пока что нет. Это еще осталось. Самолеты что? Пока рановато. Тяжелый пулемет. Кстати, знаете что? На танке. Это что такое? Пушки 2. Это на самолет же? Это самолет. На танк что-то. Где-то находится на танк пушка. Или я что-то не понимаю. Или я что-то не знаю. Блин, напугали. Напугали. Ну давайте, блин, их много надо строить, да? Их надо много строить. Блин, а там что? Там вот такая иконка. Ну это же самолеты. Или вооружение вообще, в принципе. Ну самолет же. Так, я вот это хочу прокачать. Почему на зеленом горит? Это очень сильно смущает или как координацию нарушает. Ух ты, нихера себе опыта. Так, секундочку, я что-то не заметил, что отклумет только. Что у нас так падать стало? Так, где у нас эта херня? Вот тут, да? Давайте мы поставим еще на флот, хотя ладно. Высшее военное. Что дает? Скорость восстановления, нет.
вражеская поддержка с воздуха минус 10%. Атака пехотной дивизии, оборона пехотной. Вот это возьмем. Так, дальше. Вражеская поддержка с воздуха минус. Но самолет возможен, вероятность появления асы. Так, ясно, что штурмовик, атака, защита, маневренность, десантные войска, но их нету. Положительный героизм. А где мне его взять? 200 стоит, еба. Ну, пока скоро начнем уже переходить на другую. Тут 30. В принципе, неплохо. Вроде бы. Скорость строительства. Нет, тут ничего не надо мне. Ячейки для оперативников плюс один. Смотрите, какая кружка. Может быть, кто из Питера даже понравится. Это... Блин, ну поставить бы. Да, зачем мне что-то тут, тут как-то, да? Конструктор танков. Стоимость оснащения армии, надежность, пока не задействованы, будут постоянно влиять на свой, то всех быстрых танков, средних танков, да? Надежность, противопехотная атака. Что такое пехотный танк вообще? Ну, мы тут берем средних, потому что они самые лучшие, да? 58 у нас осталось. Окей. Так, еще вот здесь что-то у нас получилось. Мы, по счастью, дешифровку начинаем. Окей. И что это даст нам сейчас? Я забыл опять. Операция в Германии что-нибудь есть? Украсть промышленные чертежи в Италии можно. А ну там, видимо, еще мало. Ну ладно. Погнали дальше. Моторизованные. Может, тоже обучать? Мне просто грузовиков не будет хватать. Сколько у меня их тут? А, в принципе, 6 на 6. А что они дают? Атака. У них атаки вообще нету. Противопехотная большая, кстати. Довольно большая. Тогда можно... А, стойте. А у меня тут как они обучаются? Артиллерия есть. Легко бронированная организация падает. Моторизованная разведка, по-моему, говорили. Хорошо. Защита 248. Ни хера себе защита. Ладно, я поставлю, допустим. Сохранить.
И давайте их тоже поставлю по три штуки где-то. Вроде там хватает мне. Хотя можно даже больше 4 поставить, к примеру. А точку куда? Ну где-то тоже, наверное, вот сюда где-нибудь. Теперь посмотрим на логистику, что с этого получилось у нас. Это излишки, да? Ну и хорошо. Плохо, что ли? Вдруг мне стоит, нужно будет резко прям повысить. То корабли, кстати, конвоев можно прекратить это производство, а начать что-нибудь другое там делать. Конвоев у меня дохренища просто. Так, я теперь могу что-то еще поставить. Секундочку, давайте посмотрим, что. Рано. Ну, кстати, можно, наверное, скоро. Танк амфибии. Ну, он дает, кстати. Если я тут три штуки запекаю, к примеру, и отправлю штурмовать Румынию, я думаю, это пройдет. Атака плюс 60 при десантуре, да? Ну, блин, я не знаю, насколько это полезно. Просто вот не знаю. В принципе, это просто подготовка к будущему на Румынии нападанию, на нападению. Открытие. Давай сюда прокачаю. Нефтепереработка. Плюс 50%. В принципе, это будет полезно все равно. Потому что, мне кажется, я как запускал, мне топливо тратилось. То есть хорошо бы, чтобы лучше это было. Окей. Так, что еще? Вот тут еще фокус выбрать надо, да? Так, что я хотел? Я хотел поставить НКОП, или как он называется. Да. Вот это хотел проделать. Что, да, скорость конверсии, сохранение эффективности. Но это не для этого мне надо. Я хотел... Для потом чего-то. Вот сюда, чтобы пойти, можно было спокойно. А, ну еще можно повысить стабильность вот сюда, да? Комитерн повысить. Политическая власть изменится на плюс 25. Сколько? 35 дней? Ну ладно, давайте поднимем еще стабильность на 35 дней, это не так много. В принципе, чего бы нет. Так, тут что у нас получается? А ничего. Здесь вообще что-то ничего нету. 85, я пока поставить никого толком не могу. Сюда есть только вот он, опять же. Ерунда. Здесь просто прет как танк все, и надо уже что-то готовить следующее. У меня по 5 веток делается. А, знаете еще почему, наверное? Потому что я здесь ничего не изучаю, да? Да, я забыл об этом. Машина дешифрования. Давайте это прокачать. 10 заводов всего лишь. То есть у меня будет 4 вот здесь. Тут 90 фабрик. Если до 130 добьют, думаю, успею добить? Мне кажется, не успею.
Что-то мне по кругу херачит она, по-моему, музыка-то. А я хотел конвой убрать. Пускай вот так будет. Такс. Что-то еще хотел, забыл. А, вот здесь я хотел настроить уже, да? Так, что я тут могу сделать еще? Есть где еще? 80%. Вот 100. Ну, блин, очень близко к этим. Вот 100. Не знаю, как долго они будут строить. Может быть, быстро они сделают. Но я хотел бы здесь достроить это. В любом случае, конверсия быстрее занимает все это. Шестьдесят, сто. Восемьдесят процентов, кстати. Вот, смотрите, еще. 8 штук. Это будет нехило так. Если не успеете построить, конечно. Они очень долго строятся. Ну как долго? 29 декабря. Так точно. Готов. Мирно. 153 дивизии. И куда-нибудь, не знаю, сюда пускай идут. Так. У тебя что тут? Еще кто-то есть, да? Ага. Учись. Не знаю, мне кажется, у меня очень хорошо сейчас все идет. Но может есть где-то пробелы, но в целом окей. 73, все нормально. Так, что ж, время не теряется. Скоро будем переходить на Коминтерн, тогда время выполнит 35 дней. Давай Коминтерн начнем присоединять, хотя чуть попозже можно. Это да, кстати. Политическая власть изменится плюс 50. Ну, то есть сюда еще 50 кинется, да? Ну, давай. Хотя, а что в промышленности есть, кстати, в промышленности-то? Рост эффективности производства плюс 5. Затраты на промышленный концерн, фабрики, производящие товары народного потребления плюс 5%. Не знаю пока. Бонус к темпу исследований. Еще есть. Будет получена 1 единица в промышленности, потом с производства. Рязань, Ростов. Погодите, про максимально думаю. Что это такое? А где-то еще было, по-моему, такая же ячейка, которая позволяет одну добавить ячейку исследования. Где-то еще было же. Я же видел где-то. На 2 года? Нихуя себе.
Я неправильно понимаю, сократить штраф за опережение времени на 2 года лет и даст 100% бонуса. А, использует один раз только. Я думал, типа, там бывает там 600 дней, к примеру. И ты бац такой и 2 года срываешь оттуда, то есть... Больше 700 там надо. Ну, вы поняли, о чем. Я думал сначала об этом. Что-то не так и подумал, скорее всего. Давайте вот сюда. И ты власть даст. Пехотного снаряжения. Автотранспорта. Давайте пехотного снаряжения, потому что у меня частенько его не хватает. Тут дивизии будет дохренища, скорее всего. Я смогу больше их сохранять и просто наклепать лучше. Поэтому я сюда дам. Так. Что еще? У нас почти ограниченный. Ну, это не то, да? Экспорт пускай будет. А у нас уже военная экономика, кстати. Что-то я забыл обратно перейти, да? Я это видел, но почему-то я не придал этому значения. Вот здесь надо повышать, наверное. Так, сейчас водички налью, у меня кончилась она. Вода налита, я могу играть. Так, 210 у меня столько нету, да? Ну да ладно. Скорость восстановления дивизии я мог бы поставить, наверное, все-таки. А это морской, да, чел? Но пока-то не будем сюда херачить. Пускай комитерн делается. А давайте шаблоны, что ли, петь? Что такое? Не хватает? Да ладно. Средний танк, да, в принципе, понятно, почему не хватает. Так, вот тут у нас что-то. У нас не хватает агентов, мне бы еще один. Здесь, наверное, можно продолжить. А что, мне не начато, что ли? Всё. Просто у нас здесь выполнение идет. Окей, то есть я могу прокачать. Нифига, я удачно подождал. Так, портативные рации. Поговорили их прокачать, да? Прокачаем. Рискованно. Тогда не делаем. Так мне их нельзя, если они там делают уже что-то. Это не Италия, это Мексика. Я все прошлые серии твердил, что это Италия. А какой это бонус даст? Италию больше не дешифруем. Делаем все на Германию. Пускай подготовить, ладно. Хороший, в принципе, это, наверное, хорошо. Да. А, ну рация же, точно. Радиообнаружение. Доступ к снаряжению радаров станции. Ну, типа, можно строить, да?
001. Эффективность производства повышается шиной на плюс 1. 113. На 001 можно, в принципе. Но я бы сначала, наверное, прокачал ПША вот этот вот. А там старая продукция, да? Типа всех дивизий сейчас снарядить этим ПША. Или как это работает? Ну, допустим. Или не допустим пока что. Блин, я туплю. Что-то я не могу сообразить. Дай вот это, потому что мне нужно будет окапываться. Блин, я что поставил? 39-й год, все верно. Ту-ту-ру-ту. Четыре шины. Я бы еще добавил потом, да. 79 фабрик, но там просто у нас еще рации строятся. Здесь, конечно, быстро идет, давайте. Сколько? 93 фабрик. А, ну тут уже написано. Скоро строительство 3 должно завершиться, наверное. Что такое? Да ладно, у меня 73%, что ты? Мне надо начать, наверное, военку поднимать как-то. О, я могу зарезервировать кого-то опять же. А с толку у меня этих нету в регионах-то. Внедрение в армию. Ну, в армию бы хорошо. Ну, вот сейчас оно как раз и пойдет. В принципе, у нас просто охерительно прокачано все это. Вот, готов. Погнал. Семьдесят четыре дня. 39-й год, 27 марта. Турция предлагает инвестиционный портфель. Так, что там? Ну ладно. В принципе, ничего такого вроде нету. Так точно! Так точно. Готов? Что-то он медленно копает все равно. 65. Но уже мощность как-то ощущается, знаете. Надо переходить на военную, потому что ресурсы кончаются военные. Людские ресурсы. Сколько? 15-15. То есть почти 5-й запущено. Нехило. Нихера себе. Быстро строится, однако. 94 стало. Готов. Сто одна опыт авиации. Скоро мы сможем кликнуть что-нибудь. Я не знаю, тут, в принципе, надо вообще что-то. Портативная рация, отлично. И комитет сделался одновременно. Вот это да, вот это да. Так, что тут еще? Может быть, оборона пассивная, что это? Контрразведка. Невидимые чернила. При краже чертежей. Минус 20. Прицельная диверсия. Дипломатическая подготовка машин с шифрованием, мощность улучшится. 10 фабрик отнимется, конечно. Но зато потом будет окей.
Ну, в принципе, можно и сюда, пассивная оборона тоже. Давай машин шифрования доделаем уж. Так, здесь что у нас? Мы комитет сделали. Тут пока безопасность Прибалтику. Сколько? 35 дней? Подождем, давайте-ка. Или ты что? А, ну это другое. Претензии на Прибалтику другое еще. Поэтому сюда можно, в принципе, прокачать, но сначала бы что-то еще надо. Давайте НКОП тут прокачаю. 35 дней. И я еще хочу перейти еще на... Вот здесь вот повысить. Ограниченный призыв, наверное, да? Больше, чем 10%. 50 здесь есть у нас. А надо сколько? 60? Ну давай вот это пикну пока что. Она потихоньку повышается. И потом еще смогу повысить. Пускай будет. Так, они все на задании, в принципе, поэтому... Мемель. Ну да. Блин, где эта кнопка-то опять? Не могу найти. Ага. А, вот он. А его можно, типа, прекратить. Смысл. То 35. Довольно нехило, кстати. Что-то даст. Одна единица ПВО. Фабрики, производящие товары на народное потребление 5%, скорость строительства минус 10%. Действует в течение 10. Мирно! Так, ну обучайся, что я мог сказать. А где она? Вот это, да? А что с вами? Точно. Ребят, вы что? С ума сошли, что ли? Выходим! Узла снабжения, что там нету? Мирно! Выходим! Так точно! А, бля, понятно. Выходим! Ну, наверное, узел снабжения нужен какой-то. Это успокаивающая музыка. Это что такое? Готов! Смирно! Что происходит опять? Вы что-то пишете на YouTube. Вот что происходит. Произойдет один инфраструктура. Ну блин, 25 это копейки, в принципе, можно тыкнуть. Давай, Илон, тыкну. Пускай. Повышаем, в общем, теперь вот это вот. Фабрики почти сотка. В принципе, норм. Скоро военный завод начнем строить. О, еще строительство сейчас улучшится.
Вообще зашибись будет. Они еще быстрее начнут строить. Тут пока не 15, походу. А, ну я же отвалил в этот разведкорпус все это. О, миллион, отлично. Для шифрования готово. И строительство готово. Все готово. Просто замечательно. Давайте еще дальше прогрузим. Давайте пассивную оборону сделаем что же. Потому что у нас вообще ничего нету, наверное, это нужно. Свободные версии почему-то появились. Нихера себе. Давайте кораблик поставлю какой-то на производство. Что тут у нас есть вообще? Во второй крейсер. Допустим, да? Где он? На 4, вроде, да, 4. Так, и исследование, что можем долбануть тут еще. Ну, у нас строительство готово, а это слишком дохрена. Еще бы шины сделать, чтобы потом ни от кого не зависеть тоже. Покупка хорошая, наверное, была бы. Я что, боюсь ППШ качать? Мне сейчас опять долбануться. Амада 40 тысяч. И где я буду их делать 40 тысяч эти? Надеюсь, не будет такого. Двенадцать, 95. Что-то они прям вообще на глазах увеличиваются. Их количество. О, в Саратове, кстати, смотрите, почти закончилось. Можно сделать там что-то. Поднимаю, короче, там. Хотя там... Давайте в Саратове сделаем военных тогда. Уж так, если так делать... Начнем военные строить заводы. Где это? Ой, не то, не то, военные. Здесь, вот где-то он. Не могу, не вижу. Вот это? Ленинград, не то. А я же на 100 качал, что за фигня. Воронеж. Я карту не узнаю. Где Казахстан? Где Казахстан? Где-то тут что? Блин, вообще не вижу. Он где-то здесь должен быть. Вот это что? Вот он, да. Военка пошла. Вот в сторону. Давайте в Сталинграде-то... Где Сталинград? Это Куйбышев какой-то. Вот Сталинград, вижу, да. Ну, здесь можно там 80%. Вот здесь можно. Вот тут можно. Блин, правда, там опасненько делать уже. А где я еще качал? Здесь 3 вообще. 60%. Здесь надо дорогу качать. Вообще ни хрена непонятно. Вот это что ли? Плюс один. Плюс два. Ну это на всякий случай сюда. Сюда вообще нельзя пускать их уже. Эту зону-то хреновую спокучу. А дальше есть что-нибудь интересное вообще? Блин, территория просто гигантская. А просто ёбнешься, вот если честно. Ты тупо не знаешь, как контрить. Так, военный. Вот сюда бы еще, да? Ростов. Давайте Ростов еще прокачаем дороги. Где они? Где дороги? Вот. Ростов. Так, и сюда военку. Там еще конвертить можно что-нибудь потом, попозже. Один из девяти букв я. Нихуя себе сюда на дорогу.
Там, блин, не успеет все построить, мне кажется. Укрепления нужны еще потом. Рекам. Давайте укрепления, может, тоже построим. Но это на будущее, если не будем, будем двигать просто. Смотрите, что у нас тут есть. Блин, как это неудобно. Зима, что ли? Ну, смотрите, вот река есть. Киев. Мне кажется, они очень быстро будут строиться из-за огромного количества у меня. Их просто... Ой! Мать твою! Блин, я тут хочу строиться. Короче, угол стола прям вошел под коленную чашечку. Ебать, как больно это. Бессарабия вот это по горе, да? Ага. Блин, во-первых, мне бы... Хотя хер его знает, там не успевать буду, наверное. Тут по реке есть, я помню, отходил и не успевал строить. Тут дороги, правда, 60%. Здесь проблема будет, конечно, здесь проблема огромная. Это место вот. Тут еще Польша у нас будет. Я хз, это на вторая линия обороны. Я вообще не уверен, что они мне понадобятся. У нас что-то прокачано вроде неплохо. Они очень быстро строят, что замечал. Я, конечно, может быть, удалю кучу из этого. Типа, нахрена мне столько всего. Посмотрим, что там дальше будет. И, скорее всего, я буду перекидывать вот эти штуки туда. Здесь тоже, кстати, можно было бы. Блять, ну как это? Ну как это такое может быть? А как 49-то стало? Надо что-то протыкивать там. Ну это на всякий случай. Я не думаю, что это понадобится. Я удалю это еще. Девяносто пять. Фабрика и строит очень быстро, в принципе. Я просто не уверен, что еще дойдет до тут, потому что заводов до хрена еще тоже. Правда, еще так, 2 года. Среднего танка, конечно, не хватает, да. Плюс 2 танка. В день. Прирост, да? Так. Давайте вот это прожму тоже, чтобы потом быстро это можно было сделать. Ну, танки плохо готовятся, конечно, да. Мне надо военные, походу, что-то делать, да? Мне просто металл, нахрена он мне нужен? Типа, продавать мне будет выделять тогда фабрики? Я так ничего не прокачаю никогда в жизни. Вот это надо, чтоб шины были. По 13 дней, блин, долго это. Я бы еще вот эти сначала прокачать, наверное. А, лопата есть, лопата есть.
танки средний. Артиллерка. Во, вот это надо качать. 82 дня всего лишь, кстати, даже. Люди есть. Вон, пожалуйста. Просто я ничего-то и тут не поставлю, если там будет так. Мне нужно ставить уже кого-то, а мне все нет и нет этого ресурса. Ура! В верфях-то, конечно, там прям обострение было. 12, 15, 15. Ну тут 45. Здесь 13. А где еще? Из-за торговли 13, то есть 60. Так а почему все равно? А, вот 15. Нет, еще кого-то тратится. Так точно. О, танки готовы. Охереть. Готов? Так, скоро самолетики сможем поставить, походу, да? Так, вторая поддержка с воздуха. Охереть, резко все это дали мне. Пятерка, да? Ну, давай. Что это? Что происходит? Что это было сейчас? Выполнено уже? А, это внедрение в армию. Это другое. Ну, отлично. Что мне дало это только? Я не помню. Выполнено 100%, ага. Так, теперь получается, нам опять надо ставить людей в рейх. Так. В Берлин прям. Долбит. Да вы издеваетесь. Так быстро все начало двигаться. Мне бы поддержку войны еще где-то увеличить. Надо это протыкнуть в следующий раз. Это не хватает, да, дней у меня. Окей. А что здесь еще есть? Это нет. Разведрота. Панчики. Средний. Тут рановато это все. Здесь не надо. Промышленность. Максимум фабрик в регионе. То есть в том же самом регионе можем поставить будет, да? Но сначала вот это хочу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Что-то медленно, капец. Троцкий заговор, это все мне портит, да? Сука. Просто мне поганит все. Дальше НКОП вот это опять туда бы ткнул бы что-нибудь.
наверное. Вот это вот мне нужно. Поддержка войны. Ой, бля. А я не сделаю вообще. Ладно, так, поддержку войны отключаем. Город кавалерии, ну да, блин, отчаянные меры. Университет военных инженеров. Береговых бункеров. НК. Так, а стоп, военные заводы, где это? Блин, ладно. Военный завод будет добавлен вот сюда, если я ткну, да? Ну там будет уничтожен заново строить что-то. Еще для исследований вон, кстати. Ну давай, университет получается. То из этого, блин, еще вот это надо. Просто, ну, в принципе, это нужная штука. А это что такое? Стоимость конструктора материального обеспечения. 75 бонус к исследованиям для технологии поддержки. А, ну, в принципе, тоже пойдет. Но там, правда, я быстро это и так делаю. Не, знаете, это интересно становится, когда более-менее соображаешь. Но, блин, сколько я, часов 50 уже наиграл? Так, давайте вот сюда, может быть, 35 дней. Хотя нет, мне нужно военку поднять. А, на военку уже поднимается, окей. Добавляет до 200... Добавляет одну стройплощадку и фабрику в случайный нестоличный регион. Ни хрена себе. Так, ладно. Изменится на плюс 35. Ага, можно назначить политическим советником Максима Литвинова, что даст улучшение мнения. Максимум напряженности. Это ерунда. Демократия согласия с дипломатическим действием плюс 40. Кстати, у меня не было что-то этого момента, где на границе. Да? Ячейки для оперативников. Каких оперативников, погоди. Это как раз вот это? Надо, нет. Усилить план мобилизации, давай. Только сюда, наверное. Хотелось бы еще одну ячейку. Исследование.
Тот 37 очень быстро строится начало. Прям кайф. Долго, конечно, все будут строить, только очень долго. Мне бы уже военный надо строить. Апрель, январь, февраль, март, апрель, ебать, как быстро пролетело-то. Или там бонусы не так работают, я что-то, наверное, зря нажимаю. Наверное, когда военные действия происходят, ты нажимаешь, тебе плюсы даются. К атакам, там, к защите. Давайте военный завод тоже перекину. Типа будет два военных завода и два этих делаться. Нихера себе, что-то 5 стало. Военный завод будет строиться одновременно и фабрики. А, чё? Литва. Ну, ладно. Это, в принципе, я с вами согласен полностью, абсолютно и безоговорочно. Так. У тебя чё они? О, наконец-то. Так точно. И идите, пожалуйста, куда-нибудь, не знаю. Ну сюда, допустим. Я не знаю, может быть, мы их отправим просто в этот. Вот сюда. Пускай повоюют. Хотя меня ничего не запрашивали до сих пор. А, серьезно? А, все. Через 3.51. Два ляма у меня людских ресурсов. О. А, вот она, кстати. Вот она, кстати, эта штука. Ройсь! Да погодите вы. Так, пускай идут. А почему они это не целёхенькие? Верно. Ну, в принципе, они почти обычно до конца. Видимо, все-таки два не падает. Очень медленно, но падает. Но в любом случае, они почти обычно до третьего уровня. То есть, если там прям пострелять чуть-чуть, сразу третий уровень станет. В принципе, это не страшно. Ослабить. Ну, по идее, нужно. Почему на красном все отмечено? Такое ощущение, что... Это хреново. Ну, прожать, может быть. Вы что-то говорили до этого, что это стоит прожимать. Давайте сразу прожму. Ну, это вот эта провокация горит, она немного подбешивает, если честно. А это скоро, что ли, закончит операцию? 10 июля. Троцкий заговор до сих пор, минус 20%. Ясно. Видимо, это все-таки, когда мы его убьем, то все окей станет. В этом плане. Ладно. Военные заводы пошли строиться, сейчас мы будем еще их и получать так с помощью фокусов, поэтому, в принципе, усилится. Правда, мы что-то на полгода опоздали, походу.
А как они, поскольку они скидываются тут? Я готов! Так, что мы идем, получается, военные заводы получаем? Береговых, но это попозже, наверное, может стоит поставить будет. Пока что вот это важнее. А где скорость строительства военных заводов? Есть где-то? Вот это не нажимать пока что вообще ни в коем случае. Западные. Ага. Может, это стоит все-таки делать? А хоть какой-то будет прогресс в плане доставки боеприпасов от этого всего. Вот такой значок, то есть это вот такой, это как раз изучение, да? НВКФ, что это? Красный флот. Национальные специалисты. Производство самолетов. Темпы исследований. А, ну мы тут не сделаем пока что, окей, понял. Ну тогда чё? Вы получите один военный завод. Чё, плохо что ли? Давай. 70 дней тут долго как-то. За это время построиться даже чё-то. Мирно! Кстати, у меня тут дивизии, которые ехали, они как тут? Готов. По снабжению. Давай-ка вот сюда их куда-нибудь, блин, не знаю куда даже. Жай сюда. И по снабжению будет печально там. А что у нас по снабжению идет? Здесь какая-то херота вообще полная. Так точно. Не, ну, в принципе, более-менее, но все равно как-то не очень им комфортно. Хотя 8 ящиков, вон один. В принципе, они нормальные. В какой-то степени. В какой-то степени нормально. Готов? Ну, если я стыкну здесь, у меня просто грузовики уйдут все. Наверное, да? Надо смотреть на логистику, что у нас там. Да как так-то? Нам надо больше средних танков делать. Видимо, они очень дорогими вышли. Давайте что-нибудь с этим... Что такое? Они ничего не сделают. Ройс! Ага, Ройс. В смысле? Я же... Все, окей. Скоро тут попросят помощь, наверное. Так, саперная рота готова, да? Есть что-нибудь по заводам таким? Фабрик. Нет, нет, это не планировал. Концентрированные бонусы, смотрите-ка, есть. И сколько это дней займет?
136. Но у меня 4 ячейки, возможно, будет 5. Ладно. Сейчас новый с кастерна будет. Еще что-то можем будет изучать. Да уж, конечно, карта такая вся. Вот, я об этом и говорю. Ой, не туда. Да, сейчас сделаем. Так, кто тут 140-й? Эффективность производства. Ага, ясно. Прицел для бомбометания. У меня и так они дорогие, пока-то не буду. Ясненько. Ну, у меня разве трота была там? Проблема, конечно, с средними танками, а то больше производства пихать походу. А что, у меня разве вообще нет, что ли? Что-то... Ладно, пускай так будет теперь. Так, тут что у нас? У нас винтовки вот эти, да, где-то? А, пушка. В смысле 1000? В смысле 1000? Ты чё? Откуда столько? У меня 22 тысячи на складах. Какая 1000? Чё-то баг какой-то, что ли? Минус 78 каждый день. Минус 80. Ты что, серьезно? Ага. Блин, то средние танки просто херачат и херачат, заводов не хватает. Ну сейчас мы их делаем, по крайней мере, сейчас. Поэтому я готов. Наверное. Пока что мы, получается, не делаем это. Вот она у нас есть, да? Я могу что-то другое дешифровать. Или нет? То есть она расшифрована и больше трогать можно, не трогать ее, да? Вот что мне с этим делать? Мы же с ними не воюем. 30 дней, штраф за вторжение, скорость планирования, бонус в защите против страны.
курс подготовки к вторжению. Непонятно. Ну, допустим, окей, нажимаю. Там бонус такой, типа, не военный. Блин, ресурсов что-то как-то все равно не хватает политического. Хочется поставить там кого-то уже. Надо военных заводов улучшать строительство. Где он? Вот эта промышленность, да? Скорость строительства фабрик, железных дорог. Нефтеперерабатывающих. Да погодите, ну что такое? Ну вот что это? Будем следить тут. Окей. Мы исторически очень близки с государством Турции, поскольку считаем друг друга близким по духу антиимпериалистами. Но за последние годы наши отношения были прохладны. В попытке добиться потепления к отношению к Казим Арбай предложил продлить пакт о ненападении, который мы подписали много лет назад. Это предположение мира, ну да. В принципе. Есть что-то с военным заводом связанное? Патриарх. Я не вижу, чтобы можно было скорость строительства узлов железных дорог. Вижу, вот. Не вижу никого, чтобы можно было поставить для строительства двойных заводов именно. Вообще никого нету. Исследование в промышленности, да? Это исследование все. Исследование, да. Это исследование тоже. Блин, а военный завод еще нельзя улучшить скорость строительства-то? Десятого июля. О! А, июнь-июль, еще долго, блин, еще месяц целый. А, германское министерство на самом деле предложило заключить между нами. Ну, заключить пак, че. Так, я на паузе, оказывается. Поддержки войны. Вот, вот это надо качать. Ну, блин, у меня... Ой, блин. Выйти на связь с сопротивлением. Украсть промышленные чертежи. А что это будет? Хороший. Серьезно. Отличный. Доставлен к берегу нашей подводной лодки. Мы уже разведали возможные места. Команда с обычным голубятником.
Ну, допустим, значит, подготовить. Подорвем там промышленность, что-то там было написано, да? Пускай подрывают. Здесь его прокачал бы. Выбор предпочитаем тактики. У нас первое время обороны будет, да? Я не знаю, что это вообще. Я не знаю, как это работает. А, это доктрины нужны сначала. Но все равно непонятно, что это, блин. Как это работает. Это работает. Наступление. Урон от наступательной тактики, урон от оборонительной тактики минус 20%. А, минус? А, урон. Ну, в принципе, можно поставить будет. Пока что, наверное, не стоит тратить на это. Скорость восстановления дивизии плюс 8%. А, я опять на паузе. Атака 3%, очень мало. Блин, где у меня Евсения? Вражеская поддержка с воздуха минус 10. А этого чувака и хер поставишь. Ну, типа, там вообще не... Двести надо. 200, блин. Какая жесть. Улучшение рабочих условий. Ну, сотка, блин, мне жалко сейчас тратить на это. Так, а мне нужно было танки там что-то делать. А, ну все, пехотное снаряжение плюс 100 аж в день, да? Ну и хорошо. Вот здесь 0 поезда. Плюс 0,2 истребитель. Ебать, что такое? Опять же можно завербовать в государство. Я не знаю, как это работает, зачем это мне надо? Они развертывают одновременно, выполняют что сейчас? Да это так не работало. Давайте... Изменить офицерский корпус. Пока не надо. Что-то долго ничего не происходит, кстати. Очень давно ничего не происходило. Идет подготовка. Оборона почти готова полностью. О, Лев Троцкий, некогда являющийся соратником, возможно, приемником Ленина, скончался сегодня в Большом Мехико. Он был убит у себя дома испанским националистом на службе НКВД. Убийцы использовали доруб. После... У меня больше раз это не сработало. У меня его не убили. После безуспешной борьбы со Сталиным и его союзниками за контроль над коммунистической партией Советского Союза, Троцкий провел все 30-е годы в изгнании. Какое-то время он жил в Турции, Франции и в Норвегии, пока наконец не оказался в Мексике. Он неустанно критиковал Сталина, его методы. Получается, он сейчас вот здесь вот? Нету этого! Ё! А, ну, заговор троцкистов сорван.
типа вопрос до сих пор. Ну, какой-то вопрос. Все сорвано. Алло, чел, успокойся. Все, зашибись же. Молодец. Молодец, так держать. Так, давайте попробуем-то опять в Германию его направить, наверное. Ну, выполнить. Ага. И выполнить, да? Прикол. Так. Давайте это еще этого сюда поставлю. Челика. Пускай он здесь делает кросс-сетку, и мы его трогать вообще не будем. В Берлине. Ох ты, нихера себе. Он сразу грузит такую огромную сетку. И 51% уже готов. Нихера себе. Ладно, окей. Правда, у него там гражданство не те вообще. Так, заводы построились. Им строится. Так, мне не хватает, я хочу сказать, чего. Вот этого, кстати, не хватает довольно много. Давай я сюда захерачу. 3000 все-таки. А, добровольцы. Опыт авиации плюс 25. Ну а чё? Так, это что у нас получается? Мы туда можем отправить кого-то? Или что это? Наконец-то. Так, еще ППШ. Вот это мне не очень нравится, потому что у нас сейчас может... А, ну это перевооружение. То есть у нас есть как бы, но это модернизация. Оно быстрее должно происходить, наверное. Ну пускай-то. Это же не минус все-таки. 27 тысяч, все нормально. Все норм. У нас есть, конечно, минусы, но они не такие большие, не такие критические. Так, окей. Ух ты. Ух ты. И что из этого мне взять? Ну давай вот, что-то снаряжение улучшенное. Давай его туда. Сейчас еще заводы военные будут строиться. Июль, правда, уже. Август. Ну, в принципе, нормально вроде. И получается, давайте-ка уже... Там, ой, там еще, знаете что, сколько там дней занимает вот эти вот, тут у нас 35 дней, 70 дней, 70 дней, 140, это год почти. Семьдесят дней здесь, это дохрена. Это очень много. Поэтому давайте начнем сюда качать, наверное. Там тоже по-хорошему надо военку делать. Но у нас и заводы дадут отсюда. И фабрики. Поэтому надо. Выполнение там, это еще это делается, все нормально, в принципе, все нормально. Защита есть. Перевооружение, это нехватка все-таки. А что, он меня не дешифрует, что ли? И прирост какой пошел сразу. Кайф.
ну, расширенный призыв можно херачить. Так, 35% всего, ни хера себе. 75 стоимость. Сдерживание открыть. Так, доктрина готова. Военный завод можно кинуть. Еще один даже. 41 уже. Быстро давай строится. Давайте на вот эту кинем. Узена, вот на это. Потому что много не хватает. Пускай пока туда делается. Время, кстати, подходит к концу. У нас 39-й год, что-то серии как-то долго длятся, по-моему. Странно даже. Ага. Точно! Ага, они изучились. А этих мы убираем. Готов? Бля. Ну, ребятишек некоторых можно туда попробовать отправить, которые вот здесь стоят. Их можно, в принципе, подготовить, но у них почти все готово и так. Они очень мало, медленно тухнут. Коммунистический Китай. Да, я их не поддерживаю, а каких я поддерживаю? Ну ладно. Что-то до этого прошлый раз по-другому было, да? Немного. Так, а здесь, смотрите, у нас нормализовалось. Нет, ничего желтенького, все хорошо делается. А это где? Ройс! Ага, все, Германия пошла. Претензии на Польшу, уважать Балтийское. А что так резко-то все? Давайте начнем. Эстония. Эстонии начнем. Так, тут национальный фокус, что выбираем. Оно само что ли выполнилось? Прикольно. Претензии на Бессарабию? Ну, можно, в принципе. Но это чуть попозже сделаем. 70 дней. Август 39-го, 40-й год еще будет. Это попозже, чтобы подготовить его, бойцов. Восточную. Пока битва это идет, наверное, сюда херакнем, потом поделим это все. Восток. Ну да, восточную сегодня. Они просто стоят же, чё они там? В принципе, не так страшно, там несколько дивизий всего. Ох, блин. Мирно! Это уже было несколько раз. Так, тебя можно убрать. Окей. Как быстро все происходит.
О, 15%. Производство эффективность улучшается. Обмен технологиями. Ну давайте. Раз 15% есть, хотя может быть еще где-то. In which no word given by Germany's ruler could be trusted, no people or country could feel itself safe, can become vulnerable. And now that we have resolved to, I know that you will all play. А этих еще недоступны? Эти нет. Ба. Что это дает? Перевооружение. Не знаю, надо или не надо это. Вот это можно. Это можно 100%. Я с этих кадров такие не делал. Я не знаю, то какой кадр делать. 109 фабрик, кстати, охереть. Военный завод, кстати, я смотрю, он построился. Еще фабриков сколько. Одни фабрики. Давайте военный завод еще вверх кинем. У нас раз, два, три, четыре, пять, шесть ячеек делаются одновременно. Фабрика построилась. Блин, успеть бы это все построить? Мне кажется, я не успею просто. Вот это быстро строится, очень быстро вот это. Особенно учитывая, сколько у меня тут фабрик сейчас. Фабрик просто дохренища. Качается все. Я даже не успеваю посмотреть, они просто бум-бум-бум, что-то прокачивать, что-то нет. Моментально почти. Здесь дорог еще есть. Которые тоже очень быстро будут делаться. Я до сих пор поставлял куда-то что-то. Тут снежок кинул. Что это было? А, операция выполнена. Окей. Так, что там надо захватить? Это внедрение во флот. Зачем нам флот? Захватить шифр можно? Рискованно. А если людей поставить нужно? Ценно рискованно, да? Тогда это не надо. Здесь вообще три надо. Подорвать инфраструктуру. Что еще можно? 90-50 дней. Усилить сопротивление. Внедрение ВВС. Вот, кстати, внедрение ВВС очень хорошо бы. У них ВВС сильная. Давайте туда отправим. У них ВВС отличное просто такое, поэтому пускай они подрывают их. Так, а что-то прокачать еще могу? Борьба с партизанами. Так, подготовка команды, да-да-да, дипломатическая подготовка, рация прокачал. Правительственная школа. 5 заводов всего. Ну давай, там 5 заводов не так страшно. У меня столько заводов, по-моему, не было. Не происходит... Что там? Стратегический бомбардировщик? Но мне нахрен не нужен. Мне он вообще не сдался. А, у меня даже не 16 тысяч, а 165 тысяч. Вот это у меня там дивизий. Ну это улучшение, в принципе, это новое это будет уже с этим вооружением. А там где-то обновляется, где успевает. В принципе, все окей.
114. Уже во владении 97. Они просто строятся, и неизвестно что. Прям очень быстро. Ну, у Польши не было шансов, что там говорить-то. Блин, Германия огромная становится. Завод строится. 3 октября будет готов. И сейчас вот эти все построятся одновременно почти. Ну, должно быть нормально, наверное. Я думаю, успеет построиться. Она очень быстро строится сейчас. Еще бы... Ну, удивительно, конечно, да. А мне нету сейчас этого, да? Про Польшу нету. Или мне просто отдадут сейчас вот так вот. И вообще нету ресурса этого. А, кстати. Так точно. В смысле, я же это сделал. Претензии на Бессарабию пока. Ну, Бессарабию. Мы там сможем прокачать потом что-нибудь. Там река, правда, есть. В принципе, даже не важно. Ну тут строительство военных заводов есть где-то? Там у нас конструктор материального обеспечения. Максимальная скорость строительства бункеров, береговых бункеров. Но пока туда не надо. Это пока не надо. Давайте пока с этим разбираться. Бункеры скоро начнем строить, да, это факт. Мы пока здесь разбираемся. Претензии на Бессарабию давай. Бессарабию дайте. Так, тут что у нас? Поезд, который дешевле, да? В строительстве, по-моему, насколько помню. Его бы надо, наверное. Тут качается. 0.25 пока не надо. Блин, может дальность прокачать? 80 дней. Давай дальность, наверное. Сколько время? 2.04. Ну, сейчас закончить будем. Я готов. А это чел, который на этом был, да? Вот здесь. Даже прокачаться не успели. Ну там как бы... Не так страшно. Они почти все на 3 уровне. Пам-парам-пам-пам. Так точно! Эти почти готовы. Где-то выполнение. Да ёб ты! Ну, допустим, но я просто не знаю, что там. 25 стоит, по-моему. Пока нет, мне нужно вот это сделать просто. Там еще и надавить потом. Мы это можем не успеть, потому что у меня просто ресурса нет.
Так, вот тут надо двигаться. Мирно! Ох, бля. Двадцать четыре дивизии хватит мне на данный момент, чтобы оборонять это все. Я готов. Просто перейдите туда. Хватит же там места. Я готов! Ой, не туда. Вот сюда. Готов! Так, у меня сейчас куча заводов вообще должно быть. 116 фабрик. Это получается, у меня строительство вообще бешеное должно быть. Эффективность производства давай тоже прокачаю. А, это как? На Польшу не хватает. Типа туда людей побольше перекинуть, да? Но это пока что, мы сейчас туда зайдем. Мирно! Допустим, вот так вот. Так, а что там по снабжению? Ну что-то как-то... А, ну Германия сожрала снабжение. Ну, в принципе, нормально будет все. Какого хера они через Литву не проходят? А через Литву? Блин, херово, можем не успеть просто. Просто можем не успеть. Бессарабия, по-моему, просто так дается, да? Насколько помню. Так, как и строительство идет, мне даже интересно. Ебать. Жестко. Да ё-моё. Тут сколько вообще ячеек? Раз, два, три, четыре. Шесть ячеек прямо на полностью работает. Вот это капец. Это жестко. Так, пятерочка сюда, да, можно еще. Сколько время? А, все, надо заканчивать. Ладно, мы этим закончим. В принципе, я даже не знаю, сейчас сфотографирую. А так все, в принципе. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, даем скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.